Маленький принц говорил, есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету. Я вам показываю планету, это голову. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их можно уже отличить от розовых кустов. Вы понимаете, их очень сложно отличить от розовых кустов, потому что маленькие ростки похожи друг на друга. И если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижит ее насквозь своими корнями. А если эта планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки. Вы поняли эту метафору? Замечательные слова. Вот и мы с вами займемся экологией собственного внутреннего мира. Начнем пропалывать баобабы. Дело это непростое, да и ни одного занятия дело. Поэтому у меня есть для вас презентация ролика, где я рассказываю, как заниматься экологией внутреннего мира. Да, я знаю, как это делается. И в этом нет никакой мистики, эзотерики. Это сплошная научная психология, которая использует методы когнитивно-поведенческой терапии и гештальт-психологии. Да посмотрите на меня. Мой внутренний мир ухожен. Я регулярно пропалываю баобабы, удобряю и поливаю розы. А жизнь же все так и норовит мне преподнести какие-то сюрпризы водные. И вот их приходится переваривать, а баобабы вырывать. Вот наше мышление происходит в форме внутренней речи. Иногда вот этот внутренний монолог, бывает диалог, а бывает некое собрание в голове. Вот внутренний диалог – это непрерывное внутреннее общение человека с самим собой. Это один из основных способов думания, вот этих рефлексий, размышлений. Вот сколько у вас участвует человек в этом диалоге? И вот этот назойливый шум мыслей в голове, внутренний диалог, часто наполнен какими-то негативами. Он стучит в голове, внутренний диалог, как дятел в лесу, создает какой-то ненужный фон мыслей, который отвлекает от реальной жизни. Вы уже не видите то, что рядом, как близкие переживают. И вы погружаетесь в эту пучину рефлексий, раздумий, надуманных переживаний. А человеку в этот момент трудно собраться, сосредоточиться на чем-то. Вот, наверное, и с этого и нужно начинать, с внутреннего мира, с пропалывания этого внутреннего диалога. Не нужно быть зацикленным на самом себе, а в основном на своих переживаниях. Вот кошелек я потерял, кошелек, кошелек, помните? А кто вам мешает это собрание вот этих дятлов перевести на конструктивный, деловой тон? Вот этому мы и научимся. Научимся вот в этом ролике, который вы можете приобрести, и там целый раздел посвящен тому, как менять свой внутренний диалог на конструктивное, логическое мышление, ставить цели и достигать их. Помните, мысли материализуются? Вот там я об этом и говорю. Значит, включим логику нашего левого полушария, наше рацио, потому что я уже говорил. Правое полушарие, оно негативно по своей основе. И вот я вам рекомендую проделать следующее. Возьмите листок бумаги. Вы видите листок бумаги? Возьмите его, разделите вот так. 2/3 и 1/3. У меня ровно не получилось, но вы аккуратненько это сделаете. Так вот, разделили листок на две неравные части. Вот в этой маленькой части напишите свои иррациональные мысли. Вот то, что
стучит этот дятел, то, что вас отвлекает от реальности, от любимых. Ну, немножечко, не очень-то распространяйтесь. А то вы любите, я знаю, поговорить о своем болезненном, почесать свою левую пятку. Написали. А вот здесь, вот в большой части, попробуйте ответить рационально. Рационально так, чтобы ваши рассуждения были конструктивны, направлены на какие-то действия, находили выход из этих жизненных тупиков. Вы сидите и рассуждаете рационально, может быть, даже с некоторой иронией, со смехом, а может быть, с сарказмом, с такой критикой на себя. Написали. Потом берете эту маленькую часть, отделяете там, где иррациональные дятлы сидят, сжигаете или уничтожаете ее, выбрасываете с плясками, бубном, с ритуалами. А вот это оставляете рационально. Оставляете, сложите. Или с чеком высылайте мне, я прочитаю. Так вот, это недорого и не сложно сделать. Потратьте некоторое время. Переложите свои рассуждения на бумагу. Поговорите с собой через руку. А рука, вы пишете правой рукой, включает логику левого полушария. У нас руки вот так связаны, если мы не левша. И тогда у вас рациональное левое полушарие со своим речевым центром будет участвовать в этом внутреннем бедламе и разгонит этих дятлов. Вот попробуйте это поделать. А в моем фильме, который вы можете после занятия приобрести, там более подробно рассказано не только об этой технике, и о многих других техниках. Но я хочу вам упомянуть про сложность вот этих навязчивых мыслей, вот этих навязчивых дятлов. Навязчивые мысли – это один из видов навязчивых состояний, обсессий, так говорят психологи. Хотя термин обсессии иногда неправильно применяют только для обозначения навязчивых мыслей. И значение гораздо шире. Это и навязчивые состояния, там, страхи, фобии, навязчивые мысли, влечения, навязчивые действия, ну, моторные компульсии. Но давайте не об этом. Вы же не на психологов учитесь. Вы услышали обсессивно-компульсивное расстройство, вот это надуманное ВСД, навязчивости. Но мы сейчас говорим о чем? Мы говорим о нашем внутреннем мире, о наших дятлах, которые нам мешают. И наши навязчивые мысли, которые непроизвольно, даже вопреки нашей воле, возникают в сознании человека. Сознание при этом остается непомраченным, ясно. Но эти дятлы стучат и отвлекают нас. Ведь навязчивые эти мысли не находятся в видимой связи с содержанием нашего мышления. Мы думаем про то, как воспитывать детей, мы думаем про то, как объясниться в любви, а навязчивость, тревожность говорит вот это, то, то. И у нас... Дятлы не дают птичек послушать, не дают объясниться в любви, не дают выйти из дома. И вот самое главное, навязчивые мысли не могут быть устранены волевым усилием человека. Это не выключишь, как лампочку или телевизор. Сам по себе человек от них освободиться не может. Вы сейчас скажете, все фатальное, дело все, я не могу избавиться от этого. Да нет. Помните, Хаджа Насреддин говорил Баю, пей это лекарство, оно тебе поможет быть бессмертным. Только не думай о белой обезьяне. И оно ему не помогло, потому что он думал о белой обезьяне. А вот я вас спрошу, вот вас, как вы ответите? А как не думать о белой обезьяне? А? Вот как не думать о белой обезьяне? Очень просто. Думайте о розовых слонах. Я иногда думаю,
не о розовых слонах, а о некоторых других вещах, мне более интересных. Значит, этих стук дятлов можно забить другими мыслями, словами, целями, действиями. Они будут стучать, гаденыши. И самое главное, вы должны запомнить, что вот эти навязчивые мысли теснейшим образом связаны с нашей эмоциональной сферой. А это сопровождается депрессивными эмоциями, чувством тревоги. А вот значит, нужно владеть эмоциями, которые помогут вам и перестроить внутренний диалог. Вот в том ролике, который вы можете приобрести после наших занятий, там есть раздел «Как учиться владеть эмоциями». Вы посмотрите, насколько эмоционально, с хорошей невербальной речью я разговариваю с вами. И эмоциональную речь интереснее и легче воспринимать. Значит, у вас кроме того, что вы будете вытеснять своими эмоциями навязчивые мысли, вы будете лучше коммуницировать с другими и с любимыми тоже. Может быть, будущими любимыми. Ну вот в основном-то эти чуждые мышлению навязчивые мысли, они в принципе не отражаются на интеллектуальном уровне человека. Они не приводят к нарушению логического хода мыслей. Если человек умный, так он и умный. Но они сказываются на продуктивности мышления, отвлекают. Отвлекают его от умственной работоспособности, направленной на достижение цели. Одним словом, от навязчивых мыслей вы с ума не сойдете. Но жизнь себе попортите. Я знаю. Ну, вы оглянитесь. Кто портит вам жизнь? Или вы сами себе? Но вот этот болезненный характер этих навязчивых мыслей уже вам надоел. И у вас есть критическое отношение к нему. Вы устали от этого. А что вам мешает избавиться от этого? Ничто не мешает. Вам нужно только действовать. Действовать по определенной схеме. И схема эта представлена мною в роликах и в фильмах, тренингах. Это когнитивно-поведенческая терапия. Это гештальт-психотерапия. А то получится так, чтобы при резкой выраженности этих навязчивых мыслей, а такое бывает, когда человек забывает об этом и не действует сам, и тогда получается бред навязчивости. Получается бред, он только об одном и говорит, только об одном думает. Только одно у него, один дятел стучит, и уже не по деревьям там, а прям в лоб ему, в лоб. Остановись, я вам говорю. Ущипните себя, или горячий электрический утюг в голому заду. И тогда вы очухаетесь и поймете, что навязчивые мысли вам мешают жить. А вот спрашивается, а нужно ли останавливать вот этот внутренний диалог? Ну, то, что там происходит у меня. Вот я с вами разговариваю, у меня тут еще парочку людей что-то мне говорят. Остановить внутренний диалог невозможно. А вот содержание, смысл внутреннего диалога можно и нужно менять. Внутренний диалог может быть продуктивным, но и непродуктивный. Он может быть своевременным и несвоевременным. Даже бывает так, что внутри себя люди непрерывно и не по делу общаются. Ну, можно назвать это внутренним болтуном. Но если человек в этом внутреннем диалоге, в этой болтовне только ругает себя или в ответ оправдывает, это полное безобразие. Лучше такой внутренний диалог, такую болтовню прекратить. О, я иногда внутреннюю болтовню допускаю себе. То на море хочу, то хочу, то какие-то иллюзии выстраиваю, а то строю планы. Но это уже конструктивный внутренний диалог. А мы говорим о болтовне. Так болтайте
Когда вам очень что-то страшно мешает, я всегда говорю, пойте как тот казах, который едет по степи. Что вижу, то пою. Дверь, часы, это. И вот эта внутренняя пустая болтовня будет заглушать шум этих дятлов. А может, отвлечет вас от этого. Вот в этом ролике, который вы приобретете после нашего занятия, и там есть некоторые техники, которые направлены на то, чтобы экологичную внутреннюю речь делать. Еще раз повторяю, она бывает конструктивна, она бывает направлена, ну просто поболтать. А почему бы не поболтать с самим собой, с любимым? Конечно, просто прекратить болтовню. Это так не получится. Ведь во внутреннем диалоге, во внутреннем рассуждении мы готовимся к каким-то разговорам с кем-то, повторяем какие-то задания, просчитываем ход мыслей с другим человеком с визави. Ну, то есть происходит какая-то своевременная и продуктивная подготовка к каким-то встречам. И даже пусть немного будет тревожность, и какая-то соматика эту тревожность сопровождает. Но запомните, это не смертельно, это некоторое возбуждение. Вы готовитесь к встрече с любимой, с любимым, и у вас идут в голове какие-то мысли. И мысли, если направлены на то, что «О, все, у меня ничего не получится, я не такой, я не сякой, я не такая, я жду трамвая». А когда у вас направлено? А вот я ему скажу такие слова. А вот я стишочек выучу. А вот я подарочек сделаю. И просто идет и болтовня, и своевременная, и продуктивная подготовка. Но есть это некоторая тревожность, некоторое возбуждение, потому что выскакивает адреналин. Особенно норадреналин здесь выскакивает с кортизончиком. И вот этот коктейль, замечательный коктейль, который я сейчас испытываю в своем организме, помогает мне разговаривать с вами. А вот среди некоторых эзотерически настроенных психотерапевтов распространено убеждение, что внутренний диалог полезно остановить. Но мы забываем, что мозг все время гоняет мысли, образы, продуцирует слова. Вот сердце может остановиться. А мозг еще 6 минут продолжает работать. Вот от этого бывают всякие казусы у тех людей, которые перенесли клиническую смерть. Но мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о том, что мозг все время создает образы, создает какие-то мысли-образы, создает какие-то ощущения внутри. Запомните, места пусто не бывает. Поэтому лучше в этот мозг вставить какие-то конструктивные, вербальные предложения, прекрасные образы, радостные эмоции, достойные убеждения. Я вот даю вам совет. Возьмите блокнотик небольшой и записывайте туда цитаты великих людей, афоризмы какие-то. Да даже просто забыл, что на стенках-то пишут статусы, вот. И записывайте эти слова, словосочетания. Это не только аффирмации. Аффирмации вы можете услышать, что про них я говорю в ролике, который вы приобретете. Потому что часто аффирмации в интернете, ну, как-то искаженно представляют. Получается не аффирмация, а какая-то мастурбация. Так вот, мы говорим сейчас про афоризмы, цитаты, высказывания, статусы. И у вас просто в голове будет звучать, да стихи учите, в конце концов, замечательные. А потом посмотрите вокруг, какова природа. Как весело играют дети в песочнице. А какие там страсти кипят. А как интересно наблюдать за окружающими нас людьми. Я еду в метро, но это шекспировские трагедии. Я не читаю в метро, потому что и так много сижу перед компьютером, глаза болят. А
наблюдая за другими, читая их невербальную речь, придумывая им истории, видя, как они ругаются, как они милуются, а как они сидят в разных местах, подмаргивают друг другу. Учите невербальный язык других людей, и тем самым вы разовьете невербальный язык в себе. И вот уже выходит, что наш внутренний мир экологичен. Наша планета чиста и обитаема прекрасными образами, достойными надеждами. Роза кругом. Хотя я и не люблю розы. Но не в этом дело. Но ведь качество нашей жизни будет уже вдохновлять на получение радости от преодолений и зовет на свершение подвига. Да, небольшие подвиги. А помните, барон Мюнхгаузен всегда планировал в день совершить не менее пары подвигов. А вы планируете подвиги? Или все время у вас дятел стучит, у меня сегодня не получится. Сегодня отвратительная погода у меня за окном. А у меня были подвиги, подвиги встречи с вами, поговорить с вами, получить вот этот коктейль эмоций, возбуждения, некой тревожности. Я живой. А все, некоторые мне говорят, Юрий Николаевич, да я вот все тревожусь, таблеточку что ли выпить, так мне плохо. Что сделать, чтобы я не тревожился? Я говорю, скоро не будешь тревожиться. На кладбище покойники не потеют и не тревожатся. Поэтому давайте заниматься экологией своего внутреннего мира. И вот приобретите вот этот ролик, он там стоит 20 копеек, где и рассказано о внутренней экологии нашего внутреннего мира. Но